9 нарушений за несколько часов работы выявили сотрудники госавтоинспекции Ноябрьска. В городе прошел профилактический рейд «Водитель-пешеход». Тех, кто не считает нужным пропускать пеших участников движения, в городе по-прежнему немало. Сами же пешеходы тоже нередко оказываются в списке нарушителей. 2020 года сотрудниками госавтоинспекции в отношении водителей составлено 63 административных материала за непредоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. Самими же пешеходами было допущено 126 правонарушений.